Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. И как видите, у меня уже нет одного сердечка, потому что буквально минуту назад я проиграл в очередной раз. Я не могу, ребята, пройти вот этот 61 уровень. Так, давайте-ка улучшим снаряд. Какой мне надо улучшить, я уже и не знаю, если честно. Может быть, ядовитый не могу, лечение, фиг его знает. Глыба максимальная. Так, ледяной валун я могу, да, улучшить? А нужен ли он мне? Вот в чем вопрос. Нужен ли мне этот валун ледяной, а? Кстати, мне дали еще метель бесплатно. Вот еще что я хотел сказать. Скорее всего, ребят, я, наверное, возьму вместо ледяного валуна хилку. Наверное, нет, лучше вот так. Все, хорошо, пускай будет так. Но без хилки тоже тяжело, потому что там бомжихи и все тому подобное. Так, может быть, нам убрать с вами. Без отравлялки тоже не могу. Меня просто ставят в тупиковое положение. Ладно, рискнем. У нас с вами есть метель. Надеюсь, на одной метельке мы с вами как-нибудь проживем. На одной метельке. Ой, это уму непостижимо. Поехали. Так, ну для начала здесь, потому что тут у нас летающие летуны появляются. А знаете, что самое противное? Что они сейчас будут мне мешать, ребят. Они будут мне мешать отравлять вот этого ханорика. Именно его. Именно этого гаврика нам нужно с вами подбить. Ну и вот, ну... Чтоб тебя, а, разорвало. Давай вот так вот сделаем, попробуем. Я не знаю, ребят. Куда ж ты бросил-то, дурила ты деревянная. Абсолютно не то, что нужно он делает. Абсолютно не то. Давай, давай, травить его, травить, ребята. Его нужно травить, этого гаденыша. Они тут оба. Ну что, попробуем сейчас обоих наказать. Есть, у нас получилось. Шикарно, ладно. Двигаемся дальше. Так, наказываем. Эти с молотками, ребята, очень опасные. Я слышу эту бомжиху. Ее нужно травить. Травить валунами. Все, ребят, что только можно придумать. Нужно обязательно это делать. Они ее хиляют. А как мне пробить-то, ёпрсте, блин. Чтоб тебя. Давай этого травить теперь, ханорика. Давай травить его, замораживать. А сюда, конечно же, валун бросать будем. Бросили валун, ну. Замечательно. Так, поехали дальше. Травить их обязательно нужно травить, потому что они противны, эти хиллеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бедный мой динозаврик. Сейчас, ребята, отдуплится. Он уже отдуплился. Вообще в никого не попали, а? Так, яблоко отдай. Травим их всех тут. Не щадим никого. Так, еще, ребят, еще одна бомжиха, я слышу, там выйдет сейчас. Так, готов. Фух. А вдруг нам повезет? А почему взорвалось-то, я не понял. Странно, почему взорвалось, ребят? Так, давай вот этих вот с тобой накажем. Вот так сделаем, траванем вот этого. Слушай, вдруг у нас получилось. У нас, ребят, не забывайте, есть метель еще. Я пока метель не стал тратить. Давай, иди сюда, гаврик. Сейчас я тебе прикокошить должен. Так, давай вот так сделаем. И попробуем вот здесь вот наказать. Этих, естественно, надо всех травить. Чтобы они здесь не подошли к нам. Да какого ж лешего вы творите? Сколько вас здесь? Просто бесконечная армия. Еще один, ребят, бежит вот этот вот дракончик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще моментально всех тут разбивает мне. Просто моментально. Сейчас попробую валун бросить. Есть, тут хорошо получилось. А вот, ребята, и еще одна бомжиха. Я слышу, две даже, да, бомжихи? Две бомжихи к ряду. Мы, кстати, с вами тогда именно на них
И проиграли, мы не смогли их одолеть. Здесь пока хорошо идет, давайте попробуем заморозить. Слушай, а вдруг у нас получится, а? Вдруг получится, просто какое-то счастье будет для меня. Ребят, я этот уровень долго не мог пройти, очень долго, поэтому и видосики не было у меня по этой игре. Все, тренировался, блин. Есть у меня, ребята, один подписчик, Александр, который просто топчик, наверное, по этой игре. Он мне очень много отдельных советов дает. Но я просто уму не поражаюсь, как он может вот это вот фармить. Как у него нервов-то хватает, ё-моё. В отличие-то от меня. И у меня вообще не хватает, вот серьезно вам говорю. Если я где-то начинаю встревать, причем по-капитальному, я просто психую. Я, наверное, вам поставлю сюда отрезки из прошлых серий, когда я пытался пройти этот уровень. Слушай, ну это, по-моему, волна не последняя. Или последняя, я вот не могу понять. И, кстати, бомба отравляющая действительно хороша. Она хоть и потихоньку травит, но смотрите, как быстро. Поэтому все-таки я не зря сделал, что я ее прокачал. Да, по-моему, больше никого не будет. Это последняя у нас бомжика. И неужели я получу ледяной снаряд? А это будет нечто. Я надеюсь, он хорош. Надеюсь, верю всеми фибрами души, что он хороший. Е! Ну, да, ребята, аллилуйя. Это, блин, произошло. Это произошло, в конце концов. И мне нужно, естественно, побольше монет. Сколько? Ух ты, конечно. Так, итого у нас 19740 монет. Замечательно. Так, хотелось бы, конечно, посмотреть мне. Ледяная бомба. Встречайте ледяную бурю. Магазин что-то моргает. Это в плане чего? Ага. Осталось совсем-совсем немножечко, да? Призвать 500 динозавров. Это нам дадут один метеоритный дождь. И валун. Ха. Три уровня надо пройти. Оцени, да позже, позже это все будет. Значит, мы с вами смело переходим на 62 уровень. Так, что у нас здесь? Где этот ледяная бомба, это понятно. Так, погоди секунду, у меня 19 тысяч. Где этот валун? Снаряды, написано снаряды, а где валун? А, вот он. Блин, ребята, у меня не хватает на него. 20 тысяч нужно, чтобы его приобрести. А у меня всего 19. Хорошо, ладно, я надеюсь, следующий уровень будет не настолько сложный. Самое противное здесь, это вот эти вот бегуны, которые превращаются, переодеваются в динозавриков. Вот они меня больше вымораживают. Даже бомжихи не так сейчас меня нервируют, как эти охламоны. Троглодиты напирают, написали они. Так они всю жизнь напирают, сколько я себя помню, елки-палки. Напирают и напирают. Давай делать, травить, в общем, все дела, ребят. Так, только не говори, что вот этот кустик, это вот с тем охламоном. Пожалуйста, не надо, только бы не он. Нет, не он, ребят. Опускайте, напирают. У меня, ребята, Рэмбо должен с ними справиться, в принципе. Со всеми. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Сбили, позбивали их всех. Здесь, наверное, можно было бы даже, ребята, и хил взять, да, с собой. Он, наверное, бы здесь бы нам пригодился. А может быть, и не пригодился бы. Не, наверное, пригодился бы, скорее всего. Так, пока что-то как-то больно изи идет. Бомжих, я вижу, нету на этом этапе, да? Верно? Ха! Ну так это же замечательно. У нас, по крайней мере, есть метель еще. И будет, если мы с вами там подобьем определенное количество троглодитов или вызовем динозавров. Е, это вообще имбовый уровень. Вообще имбовый. Монет сколько дадут? Фу! Так, итого денег у нас 35 тысяч. Фу! Обязательно, ребят, так, что у нас? У нас уровень должен быть пройден, да. 10 еще динозавров призвать, и все будет чики-пуки. Чики-пуки, чики-заза. Сейчас, ребятушки, мы все с вами сделаем. Улучшить, конечно. Так, вначале мы купим снаряд. Это в первую очередь. Тихо, где этот ледяной? Вот он, ребят, ледяная бомба. Почему-то называется ледяная буря. И следующий ап стоит 24 тысячи, то есть нехило совсем, да? И двойная глыба тут будет, это уже на 95 уровне. Все, пока все, ребят, не буду ничего больше делать, погнали на следующее. 63-я миссия у нас на кону. Так, подожди, дальше. Может быть, нам вот так вот это лучше сделать? Или же... Ладно, проверим. Я думаю, что тот валун, что этот, они все замораживают. И смотрим, кто у нас здесь. Кто? Что? Ну, понятно. Кстати, надо бурю посмотреть, да? Что она делает? Давай посмотрим. Вот летит. Ага. Даже так, массовое поражение, да? Блин, только тебя тут не хватало, аглоед.
Твою ж маковку, дождались. Бежит. Будем его, ребят, травить. Самое нормальное, это когда его травишь. Так, а у нас яйцо. О, видели? Всего две бомбочки достаточно, чтобы он отдупился. Это классно. Это очень классно. Я еще потом, по возможности, ребят, прокачаю эту мину. Бомбу, точнее, отравляющую бомбу. Погоди-ка, погоди. А, он, ребят, еще... Вот, вот, вот там и бомжиха, ребят. Вы слышите, да? Бомжиха появилась. Да ну, хорош, сколько, эй! Чекисты, ядрить вас на корень. Фух, хотя бы так. И еще одну. Траванем, мы его отравим. Мы его должны отравить. Есть. Так, яблоко отдай сюда. А ну-ка посмотрим, как у нас бомба эта бомбит. Ледяная. Да, она замораживает, ребят. Эй! Не слишком ли много песен-то там? Не слишком ли много песен? Так, давай-ка вызовем еще динозавра одного. Ёлки-палки, что тут за кавардак? Ты посмотри, что происходит. Давай вот так попробуем. Хорош, там лекарь идет, ребят. Лекарь идет. Слушай, шикарная бомба вот эта вот. Ледяная, очень шикарная. Так, попробую сюда, ребят, взорвать их. Может, получится? Ну, как бы получилось, и в то же время не получилось. Не очень большой урон мы нанесли. Так, 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 тихо, 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 тихо. Мне нужна ледяная, ребята, бомба. Вот сюда ее брошу. Как бы мне не пришлось использовать метельку. А скорее всего придется. Ну, как-то так. Эх, придется, ребята, придется мне использовать. Я, наверное, зря, я лопухнулся, да? Я лопухнулся, по-моему, по-крупному, ребят. Сейчас я, если я вот этих пробью, то будет хорошо. Если не пробью, будет очень плохо. По яйцу стреляют. Да что ж ты упал-то, а? Ребят, не прошли. Сфейлился я, к сожалению. Ох. Продолжить. Потратил, да, потратил, ребят. Ничего не могу сказать. Ну, лучше так. Попробую я все-таки пробить их. Тем более, это последняя волна. Здесь, конечно, бы очень бы хорошо зашел бы хил, на самом деле. Если бы я мог бы своих динозавриков отхиливать, то ничего бы такого бы не произошло. Ну, я думаю, что из стега, конечно, надо было бы хильнуть. Не хильнуть, а прокачать по уровню. Потому что он атакует-то атакует неплохо, но мало, слабо. Так. Слушай, должны мы здесь выиграть? Должны! Есть! Все-таки чертовски сложно. Вот я вам серьезно говорю. Я не вру, не обманываюсь. Очень сложно играть. Так, две... Ну, почти 3000 монет. Меня, конечно, очень сильно расстроило, что нам пришлось с вами потратить... Да-да, именно метель. Но... Нам должны будут дать что? Нам должны будут дать... Да. Далее. Метеоритный дождь. Хорошо. И здесь еще 6000 в плюсе. Так, я думаю, что нам нужно, наверное, проапать. Так, 35 тысяч. Улучшить. Что мы можем улучшить? Ядовитую бомбу можем улучшить? Вполне. Также мы можем улучшить даже ледяную бомбу. Ой-ой-ой, что же делать-то? Ледяную бомбу или этот, а? Как думаешь? Я думаю, надо вот это вот апать. Не понял, в чем проблема? А, на 65 уровне следующий ап открывается. Я понял, я все прекрасно понял. Давай тогда вот так вот сделаем. И посмотрим по динозаврам. У нас что получается? Так, Рэмбо, да подожди ты, лезешь. 18 тысяч для того, чтобы мы могли пропать стега. Или 17 тысяч для того, чтобы брахио. Я думаю, что, наверное, будет неплохо брахио прокачать. Ладно, это все у нас в дальнейшем. Поехали. 64 уровень на кону. Готовимся, готовимся, ребята, к атаке. Ох, наверное, будет сейчас кипишняк капитальный. Че, троглотиты? Смотри-ка, с кого начинается тут все. Не понял. Это, ребята, усиленный шаман. Ты понял? То есть,
Медики уже не катят. Надо усиленных шаманов сюда воткнуть. Блин, не было печали, ребят. Не было, называется... Опа, а вот это вот... Так, надо валить, ребята. Посмотрим, насколько он быстро. Он быстро, по-моему, хиляется, да? Так, я не понял, где у меня? Вот он. Он не справится, наверное, один. Он сейчас и куст мне еще раз бомбит. Не справился с тега, нормально все. Так, давай дальше вот так вот делать и вот так. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Пока все хорошо. Иди отсюда, летающий хмыреныш. Так, тут тоже разбомбим. Бомжиха! Я думал, ребята, их не будет. Нет, они будут. Они здесь. Они, вот они, явились. Но это не укрепленная, и это хорошо. То есть, я имею в виду, она без брони. Может быть, все-таки успеем бомбануть, а? Как думаете? Давай вот так вот сделаем. Вот одной, ребята, ячейки не хватает мне для того, чтобы было не 3 снаряда, а 4. С 4 снарядами, ох, я бы тут разгулялся, вот серьезно вам говорю. 4 снаряда, это была бы песня для нас. Но там, понимаешь, даже если ты будешь донатить, тебе дается этот бонус всего лишь на 2 дня. То есть это не серьезное вкладывание денег. Так, давай, Рэмбо. Сбил, красавчик. Неужели все? Неужели вот такой вот хайповый уровень? Нет, ребята, что-то затишье какое-то. Все, я понял. Идет. А вот это уже укрепленная бомжиха, ребят. Это уже укрепленная. Ай, какой, ребята, урон. Колоссальный получают. Так, ну я бомбочку-то ядовитую себе пропал маленечко хотя бы, да? Это уже плюс для нас. Брахио, конечно, не выдерживает такого напора, поэтому, наверное, нам надо будет его прапывать, скорее всего. Ну давай, глыбы, все, что у нас есть. Ох, хорошо-то как, а? Замораживает, массово причем замораживает, ребят. Так, шаман. Шамана тут не надо. Тут шамана нам не нужно. Теродактиль, как ты долго и медленно летишь? Накрыли его медным тазом. Все-таки правильно там подсказки дают, что если вы хотите побежать, вы уничтожаете для начала вот этих вот дудликов, которые идут сзади. А уже потом вот этих вот, которые идут спереди, которые бомжихи вот эти вот и всех остальных. Так, давай. Молодца, красота. Идет армия трясогузки. Так, ну-ка, Стега, ты сможешь ее забомбить? Без помощи кого-либо. Наверное, не сможет. Давай попробуем помочь ему. Вот так вот должно быть. Да, получается. Так, ну-ка, я надеюсь, что это последний отряд. Надеюсь на это. Хорошо. Давай травить. Нет, там, ребят, что-то слишком усиленный какой-то напор идет. Посмотри сам. Видишь, сколько их тут? Вот этих вот нужно здесь бомбашить. Ой-ой-ой, вообще колбасят по бесявому просто. Так, давай, наверное, вот эти все-таки будем травить. Ну, где моя бомба? Вот она, бомба-ледяшка. Почему она называется метель, ума не приложу. Хорошо. Так, давай, бомбим. Яблоки, все это забираем. Так, Тирексик, ну, надеюсь, ты меня не подведешь. Там нет больше? Нет волны пока. Очередной волны нету. Фу. Рэмбо, твой выход. Надеюсь, ты пробьешь ее. Он должен ее пробить. Минус. Еще один метеоритный дождь. Ребята, я успел его взять. Я его, по-моему, не успел подобрать. Ай, ребята. Да ну так нечестно, блин, ну. Прикиньте, я целый метеоритный дождь, ребят, продинамил. Надо было кликнуть, чтобы он прилетел к себе. Ай, блин, грусть, печаль, а. Улучшить. Так, давай посмотрим, что у нас можно улучшить. Динозавров я хотел, да? Так, секунду, не нужен мне этот. Так, либо... давай брахио, скорее всего. Вот так вот мы с вами сделаем. И у нас 65-й уровень. Кстати, на 69-м открывается Тирекс, так ведь? О, неужели я действительно, ребят, продинамил, а? Поехали. Блин, это будет обидно, это очень обидно мне.
Сейчас посмотрим. Если один, то значит я профукал. Да, ребята, я продинамил. Вот так вот. Вот тебе и вся сказочка до копеечки. Не взял, специально, гады, не дали мне. Просто специально не дали. Да хорош, успокойся. Блин, что там происходит, не могу понять. Что-то бомбилово такое. Ну, есть, хотя бы так. Хотя бы так. Опа, 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 старый приятель. Старый, ребята, приятель бежит. Так, мы его траванули, я вот что-то никак не могу понять, убили или не убили. По-моему, все под контролем. Давай травить. Ага, вон он, еще один бежит. Еще один бежит, архаровец. Да я его попробую, успею, наверное, или не успею. Да должен успеть. Так, траванули, да, малька? Тут бомбанем и здесь траванем. Все, чтобы он не добежал, гаденыш, ни докуда. Не успеет, наверное, бомбануть, да? Или успеет? Опять, опять отряд. Что там за звук такой был? Молодцы, красавцы. Следующий отряд идет. Ну? Не так, не туда немножко ты бросил, конечно. Ну ладно, фиг с ним. Опять шаман. Опять шаман, а? Давай вот так вот сделаем. Так и вот так, скорее всего, нам придется. Я бросаю туда глыбу большую. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, как они колбасят. Просто по жесткачу. Тирексик мой. Так, тихо, шамана надо грохнуть, иначе будет бомжиху сейчас хилять. А шаман этот обычный, не усиленный, и это хорошо. Немножко меня вот бесит, что вот в Tower Conquest, например, да, наши боссы могут отходить. А здесь стегозавр, например, не может отойти назад. Он не понимает, что его бомбить сейчас будут. Он идет, стоит точнее на... Опа. Кустарники, ребята. Какие-то кустарники нездоровые, нехорошие. Понятно. Это обычные, да? Обычные юниты. Будем их травить, конечно же. Еще что ли отряд? Блин, самые бесявые — это с молотками. Самые бесявые, на самом деле. Поэтому их желательно, ребят, сразу подбивать. Опа, опа, опа. Как это я так... Ребят, как я так пропустил-то этого хламона? Эй, так дело не пойдет. Давай, 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 давай. Умер, отдупился, замечательно. Так, бомжиха. Блин, мне нужны, ребята, яблочки, яблочек не хватает. Давай хотя бы траванем ее для начала. Траванем, вызовем тирекса. И будем ее потихонечку бомбашить. Так, а этих травить. Ледяная, замечательно, шикарно. Отравили. Заморозили и даже подбили. Слушай, с копьем, иди-ка ты отсюда. Ты, я знаю, что ты такой злобный чувак. Очень сильно дамажишь. Волна за волной. Да. Не айсово как-то у нас тут дела-то идут. Блин, что в этом кусте может быть, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Тирекс, давай, следующий, выходи. Подбиваем. Опа. С факелами, ну-ка нафиг. Эй, ну. Тирекс, сейчас тебя быстро распинает. Ой-ой-ой, нет, не успели они ничего сделать. Нам это просто повезло. Так, следующий отряд. Ух. И летающий, и этот, зашибись. Кого тут только нету. Надо, конечно же, вот этих уничтожать здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрый-быстрый очень разнос идет моих отрядов, ребята. Практически моментальный. Брахио. Он сам по себе, ребята, ватный. Он хоть и здоровый, но он ватный. Это факт. Это стоит принять. Нужна ледяная глыба, ребята. Ледяная глыба. А кто там хиляет, я не понял? Ага. Слушай, там еще одна бомжиха поет песню. Значит, будет еще волна. Да уйди ты отсюда, ты уже достал, серьезно говорю. Да ладно тебе. Погоди, 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 не подходи, не вздумай, не вздумай подходить к моему этому яйцу. Тирекс, выходи, давай, быстрее. Твою ж макареку, ребята. Где там, вон она бомжиха, и вон там еще и весь полный комплект
полный комплект бомжей, ребят. Давай попробуем так сделать и вот так вот. Нет, 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 только не этот. Давай травить его. Хорошо, ему хана. Так, этих тут забомбим. Здесь... шамана подбили. Не пойму, иногда бомба срабатывает, сразу же подбивает этих. Иногда не сразу же. Как она вообще работает? Фиг его знает, ребят. Но уже что-то, уже что-то. Так, Брахио, давай топотуна врубай, блин, топотуна. Топотун-то, ребята, когда она бомбит ногами своими. О-оу, о-оу. Ладно, если что, мне придется. Придется, ребята, использовать дождь. Если... так, такова карта ляжет. Проигрывать я здесь не собираюсь ни за что, ни за какие ковришки. И даже не думайте об этом. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть! Вот он, мой красавец Рэмбо бежит. Всех снес на своем пути. Просто молодец. Е! Ребята, длинный какой-то уровень, но я его прошел. Ты представляешь, прошел сам. Великолепно. Отлично просто. Так. Позже, позже все это. Ну что, ребятули, давайте посмотрим, наверное, следующий этапчик, да? Что нас там будет ожидать? У нас денег маловато еще пока. Я ведь не смогу ничего улучшить, ведь так? А по динозаврам, по-моему, точно ничего не смогу сделать. Так, 18 тысяч, тут еще обучение идет. Хм. Да, а по снарядам тоже, по-моему, ничего. Да иди ты. Надо будет еще прапать нам обязательно ядовитый снаряд. Он хорош, хорош на самом деле. Вначале мне он таким не показался, но сейчас он действительно топчик. Ну что, 66-й этап. Поехали. Блин, я еще представляю, когда вот появится катапульт, это, наверное, будет вообще жесть. Но, хоть бы он был изейшим, этот уровень. Нет, начинается с бомжих. Это значит, что ничего изейшего здесь и быть не может. Ничего тут изейшего и быть не может. Так, давай начнем. Главное, что бомжиха у нас без защиты. Соответственно, она легкая у нас. Ну, здесь очень много, наверное, будет врагов, скорее всего. Давай так вот сделаем. Яблочки. Еще одна бомжиха. Минусанули. Круто, 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 круто. Вообще замечательно. Да, Рэмбо, Рэмбо-то, конечно, хорош, но, тем не менее, все равно пока недостаточно. Кустарники. В этих кустах может сидеть кто угодно. Да-да-да-да-да. Например, вот этот вот халабуда, как всегда. Травить его. Главное, чтобы попасть по нему. Мы по нему попадаем пока. Пока мы его попадаем. Так, надо бомбу, ребят, ледяную. Вот сюда бомбить. Я что-то не понял. А как-то он... Все, хорош. Побегали, хватит. Ну, молодец, птеродактиль. Так, тут у нас шаман. Ребят, шаман идет, хилять сейчас будет. Будет хилять, надо будет его травануть разочек. Вызываем Рэмбо. И давай вот так вот сделаем. Да ну, хорош, еще что ли один? Еще один отряд бомжих, ребята, выходит. Давай мы с тобой вот так вот сделаем. Ага, этот попадает под заморозку. Даже несмотря на то, что он, ну, якобы... Тихо, тихо, ты куда собрался-то, эй? Олух. Вот так вот, к ногтю их всех. Блин, опять вот эти вот метатели топоров. Бесявые они, бесявые. Я вам точно говорю. Поэтому их нужно травить. Желательно быстрее. Или камнями их бомбить, или их как хотите. Главное уничтожать. Вот так вот, совсем другое дело. И, кстати, вот эта вот бомба отравляющая, она... Травит не только хорошо вот этих вот, но и бомжих тоже. Так, ну здесь неукрепленная бомжиха вышла. Так, а здесь укрепленная. А мне сказали, что бомжиха будет в каменной броне потом. Это вообще будет жестяк. Если так подумать, да ведь, ребят? Блин, наверное, надо будет нам брать все-таки хил скоро. Потому что динозавров они все-таки отдубашивают. Оу, ты посмотри, что тут идет. Так, надо вот сюда, наверное, как-то бросить.
Вопрос, посмотрим, попаду. Попал я по нему. Так, отдуплился. Блин, ну и отряд, ну и отряд тут. Что там за звуки такие подозрительные? Давай попробуем вот так сделать. И вот так. И травануть шамана. Ух, хорошо накрыло сейчас. Блин, я-то думал, что все. Нет, еще волна, ребята. Еще волна, как назло. Ты сдохнешь или нет? Так, смотрим, ребята. Давай вот этого траванем. Брахию вызовем. Вот этого надо уничтожить. С копьем. Он хуже, чем бомжиха, наверное, мне кажется. Так, давай сюда вот бросанем. Я уже даже путаться начинаю. Что, как, куда? Практически не могу уследить, ребят. Что здесь нужно сделать? Стега, блин, он стега мало наносит урона в данный момент. Я уже это определил. Даже вы, наверное, видели своим невооруженным взглядом, да, что он, ну, уже не справляется со своей функцией. Только единственная функция — это, ребят, у него сбивать противника с неба и все. Где там шаман-то? Шаман, точно. Давай попробуем так вот сбросить. И вот сюда. Так, хорош, подходит. Почти, ребята, почти вот цели. Так, давай. Я думаю, что вот это, ребят, последняя. Нет, это не последняя волна. Там еще заорали, завизжали. Вот теперь, говорят, последняя волна. У меня только лишь метеоритный дождь один остался. Как мы будем с ним выживать? А? Ребят, как будем выживать на одном метеоритном дожде? Тихо ты. Куда ты? Бомжих, ты куда подошла-то? Тут уже яйцо, ребят, почти. Я думаю, что он справится. Так, а тут у нас... Воу. Следующая волна. Ё-моё. Тут их что-то слишком дофига. Так, я вижу, аглоед бежит. Давай попробуем вот так вот сделать. Ой, так, так. И вот так. Слушай, блин, по-моему, придется... Наверное, придется мне метеоритный дождь использовать. Ребят, не пробью. Не пробью я их. Поехали. Вот так вот. Другого выбора не было. Извините, ребят. Ну, просто я знаю, что меня бы заколбасили бы здесь. И здесь еще не факт, что выиграю. Ну-ка, Рэмбо. Или Рэмбо нам укреплять, чтобы он при пробеге вот так вот наносил как можно больше урона. Надеюсь, это... Да, там была последняя волна. Фу! Очень и очень сложно, ребят. Просто душа в пятки уходит, когда ты видишь, как купить. Куплю, я куплю, ребята. Раньше как-то это игнорировал, но сейчас лучше купить, если есть такая возможность. Так. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте завершим видосик. Обязательно увидимся в следующей серии. И у нас остается 2-3 уровня, и мы с вами получаем вот этого вот динозавра. А там и... карте, как говорится, крындец. Ну а дальше будет еще интереснее, еще сложнее, еще зубодробительнее. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачки вам. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Dino Bash. Поехали. Немножечко, буквально чуть-чуть я усилил свои войска, немножко усилил свои камни. Так, Рэмбо, обучение завершено. Замечательно. И мы с вами остановились на таком зловредном уровне. Да-да-да, именно с ледяной бомбой. Как думаете, получится у меня пройти на этот раз? Не знаю, не знаю, ничего загадывать не буду. Будем чисто проверять. Опять нервы сейчас на помойку полетят. Ну что же, я готов, в принципе, ребята. Я отдохнул от нее достаточно неплохое количество времени. И что? Что? Вот так вот у нас сразу же начинается с летунов? Ну, ладно. Предположим, естественно, нам нужен здесь стегозавр. Без него нам никуда. Так, стегач. Давайте Рекса тогда еще призовем. Подожди, а разве так все должно быть? Разве все должно быть так? Как оно сейчас происходит? Да куда ж ты бросил-то камень? Ой, где? Да, ну дурила деревянная, а. Ничего не могу сказать. Так, что он там? Он отравился, ребят. Давай его попробуем бомбануть.
Бомбануть, обязательно нужно, ребят, бомбить. Нет, не получается его пробить. Как бы я ни старался. Да куда ж ты кинул-то, дурила ты. Ребят, все, яйцу хана. Откуда тут второй-то взялся, я не понял. Откуда здесь второй вот этот придурок взялся? Кто мне объяснит? Был один, откуда-то взялся еще. Этот птеродактиль, блин, камень этот бросает. Куда бросает? Я ему, блин, говорю, в одну точку, блин, бросить. Он бросает совсем в другую. Идиот, блин. Начинается, елки-палки, блин. Начинается, блин. Не было, блин, печаль, называется. Давай, Стегач, выходи там. Чем раньше ты выйдешь, тем лучше, блин, для нас. Давай вызовем. Да что же я опять не то делаю-то? Вот он. Ну, вот предположим, я вот сюда. Ребят, ну он должен, должен он сейчас. Где мой этот придурок-то? Куда ты бросил, блин? Куда он бросил? Я не понимаю вот этого. Я просто этого не понимаю. Давай, блин, в заморозку его. Еще вот так вот. Вот, ребят, ну вот, вот они, вот они. Ну, ну неужели он попал? Он попал, ну, а для меня-то это, ребят, невыгодно. Потому что яйцо опять начинает получать звездюлей. Ну, заморозили. Давай, давай, вот, 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 камень, 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 камень. Откатился? Успеем? Успеем, ну, попади только, блин, главное в него. Так, бомжиха, да, идет? Бомжиха идет, кричит, ругается. Ух! А ты что, охламон там, хилять соп... Да я вообще собирался не в бомжиху бомбить, а. О! Опять? Опять этот кривозадый появился. Давай, ребят, вот сюда бросим, посмотрим. Да неужели, неужели птеродактиль стал попадать? Прям что-то с чем-то, прям нечто какое-то, ребят. По-другому не назвать. Так, тихо, молотки. Молотки. Чего ж так жестко-то бомбите, молотки. Давай, ребята, вот так вот их крамсульки, всем крамсульки. Ага. Слушай, есть, наверное, шанс, может быть, не знаю, правда, честно говоря. Я весь в смятении, в расстройстве, я не знаю, я весь в чем-то, в чем не нужно. Этого нету, главное, чтобы этот динозаврик, ребят, не появился, иначе будет бобо. Так, что-то никого нету, ну-ка дай-ка я бомжиху эту лупану хорошенечко. Я промазал, как всегда. Отлично, ладно. Еще одна бомжиха бежит, ребят. Еще одна бомжиха, или две, нет, одна. Но... Давай камнем. Камнем. Так, здесь у нас еще. Еще идут гаврюши. Еще идут гаврюши. Самое главное быть, ребята, на стреме. Вон он! Вон он бежит! Естественно, его нужно перехватывать и как можно быстрее. Мне плевать на остальных. Главное, вот этого гаврика. Да ёпрсте, ну. Так, пускай он сюда подойдет. Я думаю, что вот здесь мы его, ребята, должны поймать. Ну! Есть! Так, теперь попробуем камнем, ребят, камнем. Фух, повезло. Больше не будет таких гаврюш, или будет? Не знаю, ребят, будет, не будет. Черт подери, нифига тут. Тут, ребят, не шуточки уже. Давай бомжиху уже, все, уже. Вон еще один. Вон там еще, ребята, один бежит. Ну, птеродактиль. Попади, да куда ты полетел с этим камнем, дебил, блин? Куда ты полетел, я тебя спрашиваю, с этим камнем? Диод, блин, кусок дебила, а? Ну и как, и чё, и что? Ну, сейчас по яйцу звезданет, и все, и хана, ребят, яйцу. И хана яйцу. Заморозка, успеем? Нет? Хрен мы, наверное, что успеем. Или успеем? Да где этот тирадон? Во. Слушай, блин, фигня получается. Их тут дофигища, просто дофигища прет. Ну и чё, ну и как, и чё? Все, приплыли, спеклись. Не, ребят, я не знаю, это не вариант. Это не вариант. Хана яйцу. Как тут можно, блин, пройти? Как ты? Вот спроси, я не знаю. Поехали нафиг. Поехали. Вся надежда только на это, ребят. Да, мне пришлось потратить 5 гемов. Там еще две бомжихи идут. Радости-то полные штаны. Две бомжихи идут. Слушай, ты достал уже тут, а, со своими молотками. Чувырла. Так, хорошо, погнали. Погнали, 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 погнали. Так, бомжиху замораживаем. Это последний, ребята. Это, я надеюсь, это последний, на самом деле, последний. Без каких-либо там приколов, шуток, прибауток. Дай-ка я
Валун. Блин, если бы валун, ребята, ну попадал как надо, было бы намного лучше и проще. Но он же косит этот птеродактиль. Я не знаю, что там он употреблял перед своим вылетом. Но ничего хорошего не получается. Давай вызовем Рэмбо. Вообще-то надо было вызывать мне Тирекса на самом деле. Потому что тут от Тирекса больше толку. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Яйцо-то, яйцо-то уже рядом, ребят. Яйцо-то уже рядом, а враг-то уже рядом. И как вот я бы тут проходил бы? Я не знаю, как бы я тут проходил бы все это дело. Ну давай, валун. Где ты там? Хорошо, предположим. Заморозка еще одна. Слушай, ребята, это последняя надежда. Если они сейчас пробьют яйцо, это будет крах. Это будет крах полнейший. А все идет к тому, что они сейчас бомбанут это яйцо. Ну? Да как ты не можешь пробить? Я не знаю, ребят. Ну что за фигня, блин? Как я тут должен пройти? Я не знаю, ребят. Я получил метеоритный дождь, но спасет ли он меня в этой ситуации? Хрен его знает. Просто жесть. Я не могу пройти 61 уровень. Не могу его пройти, ты понимаешь? Что не так? Что не так? Что, блин, чего мне не хватает, а? Чего мне не хватает? Камень этот дебильный, блин. Не попадает в точку, блин, куда мне нужно. Ну, опять, ребята, конечно же. Что у нас? Выбора больше нету. Начинается у нас с этого все. Давай, улучшать. Ловить будем сейчас этого бомжару, который там побежит. Вон он. Он уже бежит, он тут как тут. Ну. Так, давай. Мы хоть вообще хоть что-нибудь делаем? Мы пока сбиваем их, все нормуль. Этот у нас там в заморозке. Ну хотя бы вот тут был он в заморозке, да, ребят? Его можно было бы в этот момент подбить. Но ведь нет же, ничего подобного. Ну, кинь ты камень-то. Хоть когда-то он, ребят, все-таки попал камнем куда нужно. В нужную, так скажем, точку. Давай дальше. Кто там у нас? Все пока четко, все спокойно, все чисто. Все чики-пуки, ё-моё. Ну? Бомжиха пойдет или не пойдет? Пойдет. Куда бомжиха денется, ребят? Ну, конечно же, пойдет. Вон она, вышла. Непутевщина это. Ай, как же ты меня достала. Ха, попался все-таки, ребята, этот дракончик, который бегал там, скрывался. Все-таки он попался, а это красиво. Так, а вот это лишнее, мне кажется. Еще, что ли, бомжик там бежит? Еще где-то орет, непутевщина это. Так, этот-то парень-то у нас здесь слабачок, я вам скажу одно. Бежит, оу, опять. Опять этот Гаврюша. Ребят, опять этот Гаврюша, а, бежит. Как его тут ловить, я не знаю. Ну давай сюда бросим. Ну брось ты! Бросил тоже мне, блин. Так, ладно, есть, ребята, еще небольшая надежда. Есть. Небольшая надежда, небольшой шанс. Как хотите, называйте. Как ты быстро так пробиваешь мою защиту, а? Говнюк ты мелкий. Заморозку получи. И валуном сверху. Птеродактиль, не промахнись. Молодец, красава. Да чтоб тебя, там еще следующий бежит. Там еще бежит следующий. Так, заморозка. Ну, есть. Так, пускай, ребята, подойдет. А он подойдет. Он подойдет к яйцу и начнет его лупить. Блин, бомбанули. Неужели нам придется, ребят, с вами использовать метеоритный дождь? Придется, мне кажется. И что нам это дало? Ну? Да хорош, блин. Хорош, я говорю, давай пробивай. Да ну, как эта фигня полнейшая, блин. Вы достали уже, блин. Вы что, специально так делаете, что ли? Я не могу понять, блин. Вы специально так делаете, блин, чтобы невозможно было пройти просто-напросто. Я не понимаю, я просто не понимаю вот этого дебилизма. Сейчас яйцо лопнет. Сейчас лопнет, ребят, яйцо. Как? Две бомжихи идут. Ребята, две бомжихи, ты понимаешь, идут, блин. Ну,
Ладно, предположим, мы здесь били. Ну тут-то вот как? Вот как вот тут вот с ними справляться? Они вот вплотную здесь стоят. Понимаешь? Вплотную прям. Хоть мы здесь и сопротивляемся как можем, но я не знаю, ребят. Мне не хватает метели. Мне не хватает здесь всего. Всего, что только можно здесь придумать. Мне этого не хватает. Я уже бомблю тут, ну, просто... Просто пожесткачу, ребят. Просто пожесткачу. Ну вот, вот я вызываю еще одного Тирекса. И они все равно проходят, понимаешь? Они все равно проходят. У меня не хватает сил просто их пробить здесь. Ну как вот я их должен здесь уничтожать? Может быть, конечно, мне здесь помогла бы, ребята, очень хорошо, как ее, хилка. Ну если хилку я потрачу, как я дальше буду играть? Все, расколоть шмателицу. Нет, ребят, я не могу. Я не могу пройти этот уровень. Он мне просто не дается. Ты представляешь, просто я не могу его пройти. Я 3 попытки уже сфейлил. Я уже сплавил 10 гемов. Ты понимаешь, о чем это говорит? Не могу. Улучшить, блин. Кого ты тут улучшишь, блин? Никого. Давай попробуем, ребят, взять хилку. Вместо вот этого камня возьмем хилищий. Я просто не знаю, как счет здесь можно выиграть. Как еще тут можно выиграть? Я без понятия, вот серьезно говорю. Если сейчас этот вариант не поможет, то извиняйте. Гейм-ова, так можно сказать. Где этот у нас? Вот он, ребята, этот охламон, который будет меня нервировать постоянно. Куда ты, бро, дурила, блин? Птеродактиль тупорылый. Я не могу, прям как ты меня бесишь, а? Как ты меня бесишь просто-напросто. Тупица ты непутевая, а? Ну и что? Сейчас будет колупать яйцо. Их тут 2, ребята, их тут 2. Они тут бегут. Им хорошо, им хорошо, они бегут. Они лупят яйцо. Понимаешь? У меня нечем даже, понимаешь, как-то посодействовать себе здесь, понимаешь? Вот нечем. У меня очень долгий откат медленный. Пока это яйцо вылетит, то есть, ну, понимаешь, все, хана. Промахиваться еще. Все, ребят, жопа. My digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by?